Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь возле торгово-развлекательного комплекса Мосс-Сити. Пришел я сюда для того, чтобы купить свои первые кроссовки. Не просто кроссовки, а кроссовки-полумарафонки. Смотрите, как это будет. Это будет интересно. Мы затестим несколько моделей американского бренда Saucony. И я думаю, вам понравится и будет очень интересно. Все-таки немного позже я расскажу, почему же я решил поменять свои кроссовки, почему я решил изменить американскому бренду New Balance в этом и обо всем, пробег, обзор, смотрите в нашем блоге. Друзья, я сейчас нахожусь в магазине Saucony в Днепре, в торговом центре Мосс-Сити. Наверное, это мой рай. Посмотрите, сколько кроссовок. Это реально рай бегуна. Просто. Смотрите, полумарафонки. Марафонки. Это вообще вот одно сплошное слово «run». Ну, а сейчас я договорился потестить полумарафонки, марафонки, ну и вообще всю беговую серию торгового бренда Saucony, торговой марки Saucony. Я хочу сказать, друзья, я их буду не просто тестить, а мы поговорим о пронации, каких видов она бывает, как подобрать правильные кроссовки. Ребята, сегодняшним подбором кроссовок нам поможет консультант Иван. Здравствуйте. Мы находимся в магазине Saucony, это американский бренд? Saucony. Видите, очень много вариаций, как называть, но вот нам человек наконец-то подсказал, как их правильно называют, а то каждый перекручивает, мы будем грамотными бегунами. Могли бы рассказать немного про бренд Saucony, да? Saucony? Да, да. Ну, это американский бренд, они же начинали производить, подумал, для бегунов в основном. Я шел в ваш магазин и прочитал, что вот эта вот эмблема, это река Saucony была в каком-то из штатов Америки, это правда? Это идет три камушка, а ну, сама вот эта вот линия, это ну, течение реки. Угу. Ребят, и вот я впервые столкнулся с таким, что в этом магазине я могу определить степень своей пронации. Благодаря беговой дорожке, вот мне ребята подсказали, сейчас они подзарядят планшет. Есть специальная программа, которая снимать будет нас на видео, как мы бежим, показав нам все правильные и неправильные углы, куда у нас заваливается нога, вовнутрь, снаружи, или она все-таки у нас ровная и нормальная. И после этого мы сможем определить степень нашей пронации и подобрать уже более точно и классные нам кроссовки. Смотрите нас. Какие у нас сейчас есть модели, которые мы можем протестить именно полумарафонки? Ну, вот самые популярные вот эти вот. И Freedom вот эти вот. Freedom? Ну, черный и синий цвет. Там можно, в принципе, и тот, и тот. Потом, я думаю, мы протестим обычные беговые. Это Every Run, да, модель? Или какая? Не, модель называется Triumph. Триумф. Триумф возьмем, протестим. И какие еще вы порекомендуете? Для обычного бегуна? Да, если для обычного. Ну, можно вот такую модель Zealot. Да, вот интересный вариант тоже, ребят, пробуем. И еще я смотрю, вот не во многих магазинах представлены марафонки, а у ребят их сколько? Аж две серии, ну, да, марафон? Да, две модели у нас. Две модели марафонок. А подскажите, как работает вообще эта вся программа, которая изучает степень пронации? У нас есть iPad, на котором есть приложение, разработанное специально для бегунов, чтобы определить, куда заваливается нога, вовнутрь, либо во внешнюю сторону. Где-то у нас беговая дорожка есть. В общем, вы одеваете наши кроссовки, чтобы определить, подходят они вам или нет. Мы записываем на видео, как вы бежите по ней сзади. Потом останавливаем на видео момент соприкосновения ноги с беговой дорожкой. Останавливаем видео, и там есть такие решечки, ну, такие конструкторы, которые ну, точки ставим, и потом определяем, насколько у вас нога процентов не заваливается либо внутрь, либо в внешнюю сторону, либо не заваливается вообще. Каждый из беговых кроссовок имеет свой максимальный километраж. Во всех моделях тех, что я представил, километраж 1000-1200 километров. То есть это как на машине.
у каждой детали машины есть свой срок пробега, так и с этими кроссовками. Мои идеальные кроссовки должны быть А легкими, Б практичными, В прочными, потому что бегаю я много и хочу, чтобы они мне много прослужили. Ну что, ребят, первыми мы затестим вот эту вот модель на беговой дорожке. Мне очень интересно, как они сядут и как они себя покажут. Смотрим. Ну что, ребят, я вам хочу сказать, модель крутая, действительно она амортизирует, она села по мне, и знаете, что хочу сказать, вот очень круто, когда передняя часть кроссовок тянется эластично, что она обволакивает ваш палец и делает очень комфортным ваш бег. Знаете, может, я по-дурацки, конечно, смотрюсь, но это первый раз, когда я бегаю по беговой дорожке. Это действительно такой интересный опыт для меня, так как бегал я только на улице, по асфальту. Ну, один раз, не один раз, пару раз я был на стадионе с искусственным покрытием, но это максимум был. Следующие кроссовки, которые я буду тестить, ребят, будут вот эти. I don't get lonely. Don't get sad. You're the best friend I ever had. Well, I mean it when I say it. You just don't give me. Ребят, следующую, которую я буду тестить, модель, это вот это. Сейчас мы ее протестим на беговой дорожке, попробуем, как она в геле. Я вам не стал вставлять материал самой беговой дорожки с этими кроссовками. Что я вам хочу сказать, ребята, по поводу этой модели. Для меня эти кроссовки немного жестковатые, передок здесь не тянется, а палец большой должен себя чувствовать прежде всего комфортно. Ребята, вы можете у меня спросить, почему я себе покупаю именно полумарафонки и подбираю именно полумарафонки, а не марафонки. Поделюсь вам крутым советом. Марафонки рассчитаны всего лишь в идеале на один марафон, максимум там марафон с половинкой. Больше они не рассчитаны, так как они очень тонкостенкие, очень легенькие, и они реально рассчитаны на один большой пробег. А в наших реалиях отдать за марафонки 3000 и после одного марафона выкинуть их, это немного дороговато, я все-таки считаю. И более целесообразным есть все-таки купить полумарафонки. Их хватит около 1000-1200 километров с полными их характеристиками. Друзья, я уже в беговых шортах. Сейчас будем тестить стивень моей пронации ноги. И ребята с арены заставили меня раздеться и переодеться в вот такие беговые шорты. Это нужно для того, чтобы определить более точный результат теста. Определяется степень вашей пронации. Сейчас мы узнаем у консультанта магазина арены, какой же все-таки у меня уровень пронации, нормальная она или повышенная или пониженная. Давайте все-таки посмотрим, что же показал тест. Ну вот, на экране можете посмотреть, мы поставили точечки, и по этим точечкам, ну это как бы оно определяет, на какой градус и куда, ну, куда нога падает. Мы определили с помощью программы, что техника бега начинается с пятки. То есть нога, прежде чем соприкоснуться с поверхностью, она наступает на пятку, а не с носка. И что она заваливается во внутреннюю часть на 7,77 градусов. То есть это означает гиперпронация? Да. Вот так вот выглядит, ребята, эта программа. Это действительно очень такое крутое беговое открытие для меня. Я никогда не знал, что у меня гиперпронация. И то, что
реально мне надо кроссовки особенные, которые будут подобраны под меня. Сейчас, исходя из этого теста, мы подберем мне кроссовки и будем тренироваться, не наступать на пятку. Надеюсь, новые кроссовки, да, и, в принципе, этот тест поможет мне сделать выводы для дальнейшего избежания травм. Пройдя тест, все-таки принято было решение купить вот эту вот модель Saks. Какая модель, напомните? Breakthrough, которая именно подходит моей ноге, именно под мою гиперпронацию. Знаете, гиперпронация звучит как какой-то недуг. Но, в принципе, это довольно-таки забавно было сегодня пройти этот тест. Хочу сказать спасибо всему магазину Арена за этот тест. Пожалуйста. И сегодня делаем вот такую вот крутую покупочку, которая, надеюсь, поможет нам пробежать сентябрьский марафон в городе Днепр и октябрьский киевский, подготовиться к нему и добиться новых спортивных высот. Я со своими первыми полумарафонками чувствую себя круто, узнал много нового интересного, надеюсь, вы для себя тоже. Вот и мы и купили то, что хотели, мы протестили 4 или 5 моделей американского бренда Saucony, вот мои полумарафонки, я остался очень доволен, надеюсь, вам тоже понравился этот обзор. Ну что, друзья, вот я вернулся к себе на стадион, где я занимаюсь легкой атлетикой. И сейчас я вам расскажу, почему же я решил все-таки поменять кроссовки и что не так с моими предыдущими. Смотрите, знаете, ребят, как некоторые блогеры снимают распаковку, мы пойдем сегодня от противоположного. Мы будем снимать сегодня запаковку. Вот видите, я прям для вас нашел коробку, чтобы все картинка соответствовала целостности. Итак. Что же это за модель? Модель это Trail Running от торговой компании New Balance. Так вот они выглядят, они тоже оранжевого цвета. Люблю оранжевый цвет, так как оранжевый один из самых таких насыщенных цветов, который видно в темное время суток. И благодаря такому цвету автомобилисты, другие пешеходы, велосипедисты легко могут вас заметить по вашей яркой обуви. Возможно, ну, конечно, не только оранжевый, еще ярко-салатный есть, который вы можете использовать в ваших забегах. Еще очень круто в этих кроссовках то, что вот эта буковка N, логотип New Balance, выполнен из светоотражающих материалов. То, если вы могли замечать, очень многие сейчас используют бренды светоотражателей в своих элементах одежды, даже их вшивают на футболку. Я даже заметил, уже такое модное веяние появилось, как цеплять браслеты специальные светоотражающие на ноги. И это действительно делает ваш бег безопаснее. Все же, почему решил я поменять кроссовки? Как я ранее сказал, этим кроссовкам почти 2000 километров. А постепенно супинаторы, вся вот эта часть, которая амортизирует наш бег, начала сноситься. И кроссовки перестали должным образом амортизировать мою ступню. Тем самым у меня появились некоторые проблемы с суставами, с тазобедренными и с коленями. Так как действительно эти амортизаторы дают очень намного, они очень сильно защищают нас от травм и делают наш бег намного безопаснее и комфортнее. Уже последние месяца 3-4 я начал понимать, что постепенно вот эта вот часть начинает износить себя, и кроссовки очень сильно просели. И я начал осознавать, что нужно что-то с этим делать, и нужно искать какие-то другие модели. Хотя я очень люблю эти кроссовки, я рекомендую торговую марку New Balance, они действительно показали себя очень качественными. Если вы посмотрите, они нигде не подлезли, по сути они целостные, ну вот только немного на пятке есть небольшие потертости. И я принял для себя такое решение, что нужно что-то с этим делать и менять кроссовки, подбирать что-то новое. И я решил немного задаться вопросом изучения, как подобрать же все-таки более или менее подходящие на вас
кроссовки. И я понял, что тут надо идти от формы вашей ступни, то есть от пронации. Пронация бывает трех видов. Гипо. Нормальная. И гипер. Что же такое сама пронация? Я решил вам процитировать с одного из интернет-ресурсов, чтобы быть максимально точным. Пронация – это способ постановки внешней части стопы при ходьбе и беге. Она выполняет роль природного механизма защиты суставов и внутренних органов от сотрясений и повреждений при активном движении, при соприкосновении стопы с поверхностью земли. Ее свод становится более плоским, тем самым снижая ударную нагрузку. Надеюсь, в сегодняшнем тесте у меня максимально точно получилось определить мой уровень пронации и подобрать действительно те кроссовки, которые смогут мне помочь в марафоне и в последующих полумарафонах, которые я пробегу. Если вам было интересно это видео, подписывайтесь на наш канал, он где-то находится здесь, даже здесь. Ставьте лайки, поддержите наш проект, и я вам обещаю, будет очень много крутых видео и интересной информации о беге. Всем до новых встреч, с вами был Андрей Кисляк и еще Дэнэк Бегуна.